Гораздо выше, Эльмир, посмотрите. На голову целую, из фронт-кика начинает как раз за счет тех самых данных антропометрии. Еще один фронт летит в голову, но уже не так точно. Но если вдруг вы забыли или не знаете, это начало гран-при в легком весе. До 68 килограммов. Парни в этой сетке дерутся. Ну, совершенно правильно ты заметил, при одном и том же весе Эльмир Губадов насколько выше? Сантиметров, я думаю, 10-12. Накидывает издалека, слушай, вообще без проблем, пока имам ничем не ответил, ни одним ударом. Ой-ой-ой! Это похоже на финиш, но пока еще нет остановки официальной. При этом я думаю, что победу можно сказать, что да, это официальная остановка. Пожалуй, это она, учитывая, как ли.